Привет, друзья! Вы снова в гостях у Потапа. А сегодня у нас подводные гонщики. Это мистер Крабс и Сквидвард. Ну и, конечно же, главный герой он, Губка Боб. Мегаблокс. Мистер Крабс – гонщик. А вот такой вот получится гоночный катер у мистера Крабса. Сквидвард – гонщик. Мегаблокс. А вот катер Сквидварда ничем не уступает катеру мистера Крабса. Ну что, друзья, посмотрим, как наши гонщики будут гонять сегодня. Наша любимая распаковочка. Итак, мистер Крабс первый, потому что он, как всегда, самый старший и самый богатый герой в этом мультсериале. Один пакетик. Еще один пакетик, книжечка и сам герой. Вот он, мистер Крабс. Открываем вторую коробочку. Достаем еще одного героя. Сколько же здесь пакетиков? Раз, два. Тоже два пакетика, книжечка и, конечно же, сам красавчик Сквидвард. Вот он. Ну вот, друзья, тут две кучки и два наших героя. Ну что, теперь остается только собрать их. А собирается, как вы знаете, друзья, в Потапе все очень просто. Просто накрываем ладошками обе кучки, хоп, и считаем. Раз, два, три, и открываем. И волшебным образом в Потапе, как обычно, все уже собрано. Вот, друзья, наши герои. Это, друзья, у нас мистер Крабс. Посмотрите, у него даже на флаге доллар. Одни деньги на уме у нашего мистера Крабса. Зато посмотрите, какая лодка у него. Это катер, очень скоростной катер. Да, мистер Крабс настоящий гонщик. А это, друзья, посмотрите, Сквидвард. Вот такой вот у него катер. И тоже очень скоростной. Посмотрите, какие две турбины стоят. Ну и вот он сам, наш герой, постоянно чем-то недовольный. Ну что, друзья, вперед в бикини-ботом, где нас ждут очень интересные приключения, друзья. Ну что, друзья, сегодня был отличный день. Наконец-то мы закончили. Был, да, отличный и очень тяжелый. Я даже немножко устал. Да, мы действительно сегодня поработали на славу. Сегодня продали очень много крабсбургеров. И было столько народу. Да, был отличный, отличный день, друзья. Ну, всем пока, все, давайте по домам, до завтра. А давайте погоняем по дороге домой. Мне очень хочется проверить свой новый катер, какой он мощный. Сквидвард, неужели ты говоришь ты? Ты хочешь меня обогнать на своей маленькой-маленькой лодке? Ха-ха-ха-ха, ты меня просто насмешил. Сквидвард, ты, видимо, сегодня перетрудился. Что-то ты не то говоришь. Куда тебе на твоей маленькой-маленькой лодке? Ты посмотри на мой вездеход. Я же вас всех оставлю позади. Ой, а у меня ничего нет, ни лодки, ни вездехода. Кто же меня возьмет с собой? Патрик, не переживай. У меня же есть твоя любимая доска. Я тебя зацеплю, и мы будем с тобой первыми. Да. И даже не переживай, мы их всех обгоним. Посмотрим, посмотрим. Зря вы так в моей лодке. Вы же еще не знаете, что там теперь у меня стоят две турбины. Ну ладно, посмотрим, посмотрим. Я с вами спорить не буду. Пойдемте к своим лодкам. Какой же ты скряга все-таки, Сквидвард. Пойдемте, пойдемте, конечно, пойдемте. А я опять на этой доске. А-а-а, это такой ужас гонять на ней. Да ладно тебе, Патрик, все будет нормально, привыкнешь. Зато ты помнишь, какая там у нас скорость. Нас просто вдвоем никто не сможет остановить. Итак, вперед, я тоже пошел к своей лодке. Вернее, к своему вездеходу. Эй, ну что, готовы на своих маленьких лодках? Ха-ха-ха-ха, смешные вы такие отсюда сверху. Ну ладно, я поехал, у меня сегодня много дел. А вы пока соревнуйтесь между собой. Патрик, Патрик, держись крепче, все, едем. Я нажимаю на газ. Патрик, держись. Да держусь, держусь, держусь. Держусь, газуйся. Губка, губка, езжай же быстрее. И так жму на газ. Патрик, держись. Ну что, Сквидвард, ты готов? Итак, ну что, попробуй догони меня. Я помчался. Мистер Крабс, вы умеете зарабатывать деньги, но гонять вы не умеете. Я вам покажу, что такое настоящий гонщик. Итак, держитесь, держитесь, вы от меня далеко не уйдете. Карен, Карен, посмотри на этих чудиков, на таких маленьких лодках. Ха-ха-ха-ха. Неужели они себя считают гонщиками? Как это смешно со стороны. Ха-ха-ха-ха-ха. Ты бы лучше, Планктон, тоже бы занялся гонками. Тебе бы тоже не помешало поменять свой аппарат. А то давно на этой железяке стоишь, а толку никакого. Ты посмотри, люди как занимаются. Они и деньги зарабатывают, и все продают, и катаются. Им очень весело жить. Карен, дорогая моя, успокойся, и у нас будет все хорошо. Все потихонечку, потихонечку. А эта железяка мне очень нравится, потому что они очень высоко, и все видно. И посмотри, какие здесь руки. А такие маленькие лодки зачем? Нет, кстати, у меня есть одна задумка. Я уже придумал для тебя один аппарат. Ты будешь приятно удивлен. Он очень мощный, помощнее, чем твой этот робот. Но скоро ты это увидишь. Я тебе это обещаю. И вот, может, тогда наконец-то я выкраду рецепт крабсбургера у этого мистера Крабса. Может, тогда получится с новым аппаратом мне это сделать. Я буду Карену очень ждать этой минуты. Я же сказал, обгоню. Я же сказал, обгоню. Скидр, скидр, такая маленькая лодка, как гоняет, быстро. Все равно я тебя догоню. Догоню.
Очкарик, что это за гонки у нас в городе происходят? Да это просто у мистера Крабса и Сквидварда появились новые лодки. Вот они думают, у кого мощнее, и решили проверить. И устроили настоящие гонки по городу. Время обеда. Кто меня будет сегодня кормить? Ты же заключенный. Тебя не будут кормить. Не надо было нарушать. Вот теперь голодай. И давай быстренько в камеру. Что это ты вышел из камеры? А ну давай быстро в камеру. Мы сегодня тут за старших. Потому что мы супергерои. Бикини-ботом. Это вы раньше были супергерои, а сейчас вы простые пенсионеры. Ну ладно, пойду я в камеру, принесите мне покушать. Если не принесете мне покушать, я буду жаловаться. Пойду я отнесу ему покушать, пусть немного травки покушает. Это очень вкусные травки. Отнесу. Все равно я первый. Я не отстану. Все равно не догонишь. Все равно догоню. Ау! Губка Боб, они едут, смотри, Сквидвард первый, по-моему, едет. Нет, ты что, мистер Крабс должен быть первым, он же всегда первый. А тут я смотрю, они вместе. Скорее всего, наверное, я думаю, победила дружба, смотри, они вместе подъезжают. Ну, хорошие у вас лодки, я посмотрю, двигатели очень мощные и очень быстро доехали. Значит, вы настоящие гонщики. А до сюда доехать, скажу я вам, не так уж просто. Вы, наверное, проезжали через всякие холмики и горики. На простой лодке здесь не приплывешь. Вы молодцы. Ну, вообще, я считаю, что я победил. Потому что я думаю, что я немного быстрее приехал. Хотя бы чуть-чуть, но все равно. Потому что, посмотрите, у меня там стоят две турбины, а у мистера Крабса нет ничего. У него только флаг со знаком денежек и все. Почему мы должны быть всегда с ним вместе? Я должен быть первым. Ну, скажи же, Патрик, скажи, пожалуйста, я же должен быть первым. Я ничего не знаю. Мне до сих пор плохо после этой доски. Я знаешь, как летел на этой доске за губкой Бобы. Вот я до сих пор сейчас прихожу в себя. Так что извини, Сквидвард, ты сам думай. Но мне кажется, должна победить все-таки дружба, потому что ты, мне кажется, немножечко скряга. Не обижайся, друг мой. Но ничего страшного. Пусть победила дружба, но на следующий раз я поменяю свой двигатель и поставлю сверхмощное устройство, что моя лодка будет просто летать. Ну ладно, все, всем пока. Я пошел принимать ванную. До свидания. Надоели вы мне все уже. Эх, какой все-таки скряга этот Сквидвард. Ну ладно, я тоже пошел домой. Мне нужно еще накормить Гэри. Это же мой друг. Ну что, мистер Крабс, я тоже пойду домой. Все, пока, до свидания вам. Идите, спите. А я поеду к себе считать свои денежки. На своей лодке все равно у меня самая лучшая лодка. Всем пока.